Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск программы «События». В студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Новый скейт-парк и благоустроенный сквер. Глава города проверила, как идут работы по проекту «Жилье и городская среда». Каркас здания готов. В Самаре продолжается строительство школы на пятой просеке. Форму не растеряли. Артисты театра оперы и балета готовятся к новому сезону. Масштабные проекты Тольятти на контроле властей. На минувшей неделе важные стройки посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В сопровождении губернатора Дмитрия Азарова он проехал по ключевым точкам развития автограда. Подробности в нашем следующем сюжете. Связующее звено между Европой и Китаем. В Самарской области идет масштабное строительство Волжского моста в районе Климовки. Трасса в обход Тольятти длиной 100 километров с мостовым переходом в 3,5 километра важна для всей страны. Как сейчас идут работы, на месте выяснили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров. Новая дорога позволит сократить время движения от Москвы до Самары, в перспективе станет частью стратегически значимого транспортного коридора. Рассматривали вариант разместить производство в Калуге, но там... Очень долго согласовали, а здесь мы быстро прошли, и несмотря даже на ситуацию с коронавирусом, все это очень быстро прошло, я благодарен, соответственно, региональным властям. Новые технологии впервые будут применяться в России, где, как ни в Тольятти, могло быть размещено такое оборудование. Лазерная сварка каркасов автомобильных сидений. Производство создается в особой экономической зоне Тольятти. Территория вмещает массу высокотехнологичных предприятий. И на сегодня зарегистрировано уже 25 резидентов из 8 стран. Компания по изготовлению автокомпонентов намерена уже к началу нового года создать 100 новых рабочих мест. А еще через полгода принять дополнительно 400 работников. Еще никто не производит каркас автомобильных сидений с использованием лазерной сварки. Это позволяет уменьшить металлоемкость продукции и, как итог, снизить общую массу автомобиля. Всем резидентам особой экономической зоны особые условия. Налоговые льготы, подключение к энергоресурсам и права на землю. Но и отдачи тоже немалые. Они стабильно пополняют бюджет и обеспечивают работу жителей города. Кроме того, на этих предприятиях внедряются научно-технические инновации. Еще одно предприятие, которое посетили полпред и губернатор – фармацевтическая компания. Завод на территории особой экономической зоны ежегодно выпускает более 5 миллиардов таблеток и капсул, а в первом квартале 2021 года начнется строительство еще одной линии. Объем инвестиций в проект компании составил более 1,5 миллиарда рублей. О повышении качества медицинской помощи наглядно свидетельствует новое отделение поликлиники номер 3 Автозаводского района Тольятти. 300 тысяч жителей города получают здесь первичную медицинскую помощь. И это одно из самых современных лечебных учреждений страны. Больница располагает хорошим диагностическим оборудованием. В этом году планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи. Пока строится конференц-зал наш и актовый зал, здесь мы проводим и большие мероприятия. Не менее инновационный, но уже в гуманитарном направлении Поволжский православный институт. Помимо наук, студентам преподают здесь нравственные христианские основы. Таких учебных заведений всего 3 в России, еще 2 в Москве, но там они расположены в приспособленных помещениях. А здесь, в Тольятти, здание построено специально для института. Сейчас здесь завершается отделка и оформление концертного зала, в котором, как планируется, будет размещен единственный в Тольятти орган. Олег Зверев, Николай Милюткин. События. В Самаре создается еще один скейт-парк. Площадка для экстремальных видов спорта появится в Зубчининовке возле храма святого Александра Невского. Сейчас идет благоустройство сквера на смежной территории. Работы выполняются по национальному проекту «Жилье и городская среда». Глава города Елена Лапушкина проверила ход исполнения дизайн-проекта. Подробнее об этом в репортаже Олега Зверева. Дорога к храму. Так жители Зубчининовки назвали сквер, который создается на историческом месте. Площадка возле церкви святого Александра Невского – территория, с которой начинался поселок. Долгое время здесь был пустырь, но теперь все изменилось. Территория стала лидером по итогам рейтингового голосования по участию в проекте формирования комфортной городской среды. Дорожки к храму выложат плиткой, установят скамейки и фонарные столбы, устроят газоны. Ключевыми объектами благоустройства станут детская спортивная площадка и скейт-парк. А детей мы делаем скейт-парк. Это по запросу жителей. Они уже разрабатывают трюки, закупают велосипеды, закупают специальные скейты для скейт-парка и разрабатывают даже определенную программу на открытие. Создание сквера проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ на месте проверила глава Самары Елена Лапушкина. Жители Зубчининовки рассказали, что сейчас они готовят дополнительные арт-объекты, а впоследствии возьмут под общественный контроль состояние будущего сквера, который, как предполагается, станет центром культурной жизни поселка. Очень красиво. Будет.
Место встречи у фонтана, так говорят уже в другом микрорайоне города. На пересечении улиц Авроры и Аэродромной будет открыто еще одно гидротехническое сооружение Самары. Его построят по тому же принципу, что и фонтаны у подножия склона площади Славы и на Крымской площади, то есть без чаши. Раньше на этом месте был стихийный рынок, который убрали из-за беспорядка и антисанитарии. Дизайн проекта благоустройства предусматривает полное обновление участка до улицы Мариса Тореза, в том числе создание спортивного центра для воркаута, то есть уличных гимнастических тренировок. По просьбам жителей здесь даже посадили ель, которую будет украшать иллюминация. 10 опор, с них идут гирлянды вот на эти, между собой они будут увязаны. Кроме этого, еще будут вот эти все подсвечиваться, здесь будет такое яркое пятно вообще. Гирлянды будут включать как вечернюю подсветку, а во время новогодних и рождественских торжеств возле ели будут проводить всенародные праздничные мероприятия. Фонтан в сквере Речников в Куйбышевском районе Самары люди просили восстановить больше 20 лет. Их мечта сбылась благодаря активности, которую жители проявили в ходе рейтингового голосования. За эту территорию было отдано 9 тысяч голосов. В итоге здесь не только заново построят фонтан. Вместе с комплексным благоустройством появятся площадки для мини-футбола, гандбола и детская игровая зона. В новом виде сквер Речников в полной мере оправдывает свое название. Здесь установлены вот такие детские спортивные комплексы морской и речной тематики. Это батискаф, горка, маяк и большой синий кит. Всего в этом году в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 50 дворов и 5 общественных территорий. Мы сюда приезжали, когда были пыльные работы, когда не было плитки, когда вот скрывали, демонтировали, был совсем другой вид. Сегодня мы уже видим, что заканчиваются практически такие строительные работы, приступаем уже к красоте. Теперь будем ждать цветов, будем ждать деревьев, будем ждать запуска фонтанов. Безусловно, эта программа важна. Безусловно, эта программа объединяет. Она объединяет людей вокруг территории. Она объединяет людей, любящих свой город. И чем больше таких людей будет, тем быстрее будет развиваться город. И будет развиваться красиво, как нужно прежде всего людям. Все работы предполагается завершить к середине сентября. Олег Зверев, Николай Пифанов, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжается строительство школы на 5-й просеке. Каркас здания готов. Сделали перекрытие 3 этажей. Ход строительства образовательного учреждения проверила глава Самары Елена Лапушкина. Укладываются ли подрядчики в график, узнала Елена Малютина. В здании новой школы рабочие штукатурят помещения, проводят электричество и делают сантехнику. Железобетонный каркас возвели на 90%. Наполовину готова кирпичная кладка. Как идет строительство важного для самарцев объекта, на контроле главы города. Елена Лапушкина приехала проверить ход работ. Практически закончено перекрытие 3-го этажа. Приступают к отделочным работам. Видимо, штукатурные работы ведутся. Видно, что уже ищут колористические решения, да, для классов. И это приятно. Я вижу, какой объем техники на данной стройке находится, какое количество людей здесь работает. Видно, что работы разделены. Кто-то ведет черновую отделку, кто-то ведет строительство. Такая организация работ откровенно радует. Я понимаю, что в сроки мы должны уложиться. На следующей неделе подрядчик завершит благоустройство участков под спортивные площадки. Ежедневно здесь трудятся около 160 человек и 10 единиц техники. Новую школу строят на территории бывшей базы «Экономист». Здание будет трехэтажным. Оно рассчитано на 600 учеников. Количество классов с 1 по 11. Сегодня приступим к монтажу систем вентиляции. Приступили к наружным сетям. Она не типовая школа. Проект неплохой, я считаю, хорошо разработан, проектировщики молодцы, быстро реагируют на замечания, решения дают своевременно и быстро. Планируется, что новая школа на 5-й просеке будет готова к концу года. К этому сроку подрядчик должен полностью завершить все работы на объекте. Елена Малютина, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Запчасти старого корабля на берегу и в воде. В Самаре представители Росприроднадзора совместно с ОНФ провели инспекцию по соблюдению природоохранного законодательства в прибрежной зоне Волги. Жители улицы Полтавская жалуются на незаконную утилизацию судна рядом с их домами. Подробности в нашем следующем сюжете. На улице Полтавской Татьяна Воронкова живет с детства. Говорит, на берегу Волги любят отдыхать как местные жители, так и приезжающие из других районов города самарцы. Раньше здесь был песок, а сейчас часть пляжа кто-то засыпал щебнем. Зимой водопользователь, который взял участок вблизи реки Волги в аренду, пригнал сюда старый корабль и начал распиливать его на металл. Местные жители такому соседству не рады.
Мы никак не предполагали, что это выльется в такое безобразие, что по большой воде он его подтянет на берег, начнет резать, и вот эти вот гарь, ужасный запах, нефтяные пятна по Волге и весь вот этот вот мусор, который нас, конечно, вот как коренных жителей, да и просто как неравнодушных людей, нас это просто не устраивает. Грустно смотреть вот на все на это и вздыхать по былым временам, когда здесь было все замечательно. Представители Росприроднадзора и ОНФ проводят инспекцию по соблюдению природоохранного законодательства на прибрежной и водоохранной зонах. Волга относится к первой категории рыбохозяйственного значения. Здесь нельзя размещать не то что старые корабли, но и вести хозяйственную деятельность без специального разрешения. Например, пасти скот, размещать отходы, ядохимикаты и все, что может загрязнять прибрежную зону и реку. На береговой полосе и частично в воде находятся фрагменты корабля и элементы двигателя. По словам местных жителей, еще несколько дней назад здесь активно велись работы по распилу судна. Но сейчас они приостановлены. В ближайшее время экологи возьмут пробы воды на проверку. Будет завтра произведен забор воды. Значит, это вверх по течению и вниз, соответственно. Три забора проб я здесь вижу будет произведено. В один период, и потом уже последующий период также будет еще произведено. Человек, который арендует эту площадку, его заставят в конечном итоге убрать этот мусор, опасный объект, и выпишут все необходимые штрафы. После экспертизы остатки судна классифицируют по степени опасности. Росприроднадзор планирует завести административное производство. Если виновное лицо будет установлено, то его привлекут к ответственности, обяжут очистить берег в течение месяца и заплатить штраф. Для физического лица 4000 рублей, для юридического от 100 тысяч и вплоть до приостановки деятельности, в зависимости от причиненного ущерба экологии. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Смертельный риск. В Самарской области в этом году под колеса поезда попали 2 человека. Железнодорожные переезды по-прежнему остаются зоной повышенной опасности. Елена Малютина отправилась в рейд с представителями полиции на транспорте в поселок Запонской. Встретили ли нарушителей, смотрите в нашем следующем сюжете. Пролезть под вагонами и перейти через железнодорожные пути. Для кого-то забава, а для кого-то способ сократить путь. Некоторые жители поселка Запонской регулярно пренебрегают правилами безопасности. Наша съемочная группа приехала на одно из таких потенциально опасных мест. И ждать нам долго не пришлось. Спустя 5 минут мы увидели нарушителя. Сотрудники полиции на транспорте проводят с ним разъяснительную беседу. Ну, понимаешь, что живете. Ну, вот вы живете, а вот можете не жить. Вот представьте, вот вы под вагоном пролезли, идете через пути. Здесь идут работы по формированию состава. Не дай бог под поезд пойти. У вас детки есть? Ну, конечно. Сколько? Двое. Двое. Вот представьте, прийти вечером и сказать, что нету больше у вас детки. Это, конечно, не будет. Ну что, тут со мной такие представительные все-таки люди разговаривали. И мне немножко как бы не по себе, да, стыдно. Я все-таки взрослый человек. Но поверьте мне, я вот с детьми, никогда бы этого не сделал. Почему? Потому что это дети, потому что если вот я сделаю, и они так могут сделать. Один следом за другим практически вереницей нарушители пролезают под вагонами. Их не смущает ни люди в форме, ни опасность, которой они себя подвергают, переходя железнодорожные пути в незаконном месте. А вот 15-летнему подростку нарушить не удалось, помешали сотрудники полиции на транспорте. Говорит, живет неподалеку и, чтобы сократить путь, ходит здесь регулярно. Представители ведомства провели с ним разъяснительную беседу, и так как ему не исполнилось 16, административную ответственность за него несут родители. По звонку буквально через 15 минут пришел отец, и тоже через железнодорожные пути, но только с другой стороны. К разъяснительной беседе он отнесся с пониманием. Представители полиции на транспорте направят информационное письмо в комиссию несовершеннолетних. При повторном нарушении родителям грозит административная ответственность. Штраф 500 рублей. Уважаемые родители, самые уважаемые люди для ваших детей – это вы. И самый такой пример для них – это тоже вы. И когда вы их проводите по путям, под поездом, согласитесь, наша работа на нет не сходит. Почему? Потому что, повторяю, вы для них авторитет, а мы просто люди, которые пришли провести беседу.
Зачастую именно родители показывают плохой пример детям, не осознавая всю опасность, которой они их подвергают. Ежедневно сотрудники полиции на транспорте проводят рейды в самых опасных местах и регулярно становятся свидетелями нарушений несовершеннолетними. До начала учебного года представители ведомства рекомендуют провести с детьми беседу о безопасном пути из дома до школы и обратно. Железнодорожные переезды остаются зоной повышенной опасности. Ежегодно на них гибнут десятки, а то и сотни людей. В Самарской области в этом году под колеса поезда попали 2 человека. Это привело к летальному исходу. Стоит ли рисковать жизнью и пренебрегать законодательством ради экономии времени, каждый решит сам для себя. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Безопасность дорожного движения важна и на городских дорогах. В Самаре продолжается ремонт улицы Старозагора. Специалисты наносят разметку. Насколько используемый материал прочнее обычной краски, узнала наша съемочная группа. Несколько секунд, и рисунок на обновленной дороге готов. Рабочие наносят разметку с высокой точностью. Ошибиться нельзя ни на миллиметр. В этом дорожным рабочим помогает бортовой компьютер, которым оснащена спецтехника. Рисуют полосы на Старозагоре высокопрочным термопластиком. Термопластик – это пластичный материал. Он под воздействием температур нагревается до 200-210 градусов. И под воздействием температуры он наносится на асфальтобетонное покрытие. Тем самым он лучше схватывается. И у него функциональная долговечность намного больше краски. Комплексный ремонт одной из основных городских магистралей Старозагоры проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За смену рабочие нанесли разметку на участке от Воронежской до кольцевой развязки на проспекте Кирова. Подрядчик идет с опережением графика. Качество работ на постоянном контроле. В всех этапах строительства выполняются работы по контролю качества. Это непосредственно и также при установке бортовых камней, при устройстве асфальтобетонного покрытия проезжей части. Если касаемо организации дорожного движения, то есть нанесения разметки, то такие мероприятия контролируются как ширина полосы, ширина самой полосы сплошной или прерывистой. То есть это все замеряется в случае, если это все соответствует правилам дорожного движения и ГОСТам по нанесению разметки. Данная работа принимается. Полностью ремонт на Старозагоре должен завершиться до конца октября. Также в этом году по нацпроекту проводится комплексный ремонт улиц Победы, Мичурина, Ленинской и Арцебушевской. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События. В Самаре растет популярность водных видов спорта. На набережной все больше людей, рассекающих волжские просторы на доске. САПы, их называют волжским серфингом, появились в Самаре около 3 лет назад. Чем так захватывает речная гребля, узнала Мария Левина. Стас Кононенко, как его звездный однофамилец, в космосе не был, но ощущения сегодня утром получил неземные. Впервые встал на САП. Это доски, почти такие же, как для серфа, но не деревянные, а резиновые. Они предназначены для гребли на спокойной воде. Тренером работаю в фитнесе. Вот. И, честно говоря, когда ты поднимаешь какие-то определенные железки, это одно, а здесь это другое. Меня позвали друзья, я не ожидал на самом деле. Я думал, что я сильный и все могу. Поначалу было сложно, но потом это было обалденно. Греблю на САПах называют волжским серфингом. Для балансирования здесь не нужны волны, напротив, они только мешают. В Самаре этот вид отдыха начал набирать популярность около 3 лет назад, рассказывает тренер Юлия Жихарева. 10 лет назад Юлия вместе с друзьями завезла эти доски в Самару. Тогда многие люди еще не понимали, зачем они нужны. А сейчас ежедневно вдоль берега Волги можно увидеть такую картину. Ради сапсерфинга в Самару приезжают туристы со всей России. Не во всех регионах есть реки, тем более такие живописные, как Волга. Жемчужина маршрута – Самарская Лука. До этого, если на нас люди смотрели как на каких-то инопланетян, то что что-то не то, и с чем это мы вообще плывем, и как такое возможно, то 3 года назад люди уже были более осведомлены и стали интересоваться. Мы не упустили возможности на себе испытать эмоции и узнать, чем же привлекают людей эти доски. Из-за сильных волн мы выбрали САП для новичков. С него, по словам тренера, не так-то просто упасть. Чуть позже с помощью инструктора получилось даже встать. Ну а еще чуть погодя удалось почувствовать себя профессиональным серфером. Физически для новичка это довольно сложно. Ощущаешь работу мышц ног и рук. Такая активность, говорят эксперты, рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, да и просто для души. А в конце лета в Самаре пройдут состязания по этому виду спорта. Ожидается, что в город-курорт приедут спортсмены со всей страны. Мария Левна, Николай Сидоров. События.
В Самарском театре оперы и балета возобновили репетиции. Этой осенью стартует юбилейный театральный сезон. Артисты готовят много сюрпризов. За кулисами театра побывала наша съемочная группа. В зале Самарского академического театра оперы и балета снова заиграла музыка. 4 месяца здесь не было репетиций, и вот они возобновились. Артисты готовятся к юбилейному 90-му театральному сезону, который стартует в сентябре. Долгие и неожиданные каникулы из-за пандемии, говорят артисты, на предстоящих выступлениях никак не отразятся. Когда я увидел глаза своих артистов, я понял, что у нас все получится. Они соскучились по работе. Вот они были как-то, знаете, так настроены очень положительно, поэтому. А это самое главное в нашей работе. Вот, я думаю, что у нас все получится. Нам предстоит, конечно, много работать. Елене Сураевой к перерывам не привыкать. Вспоминает свой декретный отпуск, который затянулся на 6 лет. Однако и тогда, и сейчас, после самоизоляции, признается артистка, в работу вливаешься сразу же. Впрочем, петь девушка не переставала и дома, собирала концерты во дворе. Когда ты выходишь обратно сюда, как будто бы ты не уходил, как будто это твой дом просто, ну, то есть вот. Ничего и не было. У меня очень тоненькие стены, вот, и соседи как бы все очень плотно, но они понимали, они уже потом привыкли и даже ждали этого. Виктория Никитина и Светлин Стоянов в паре выступать уже привыкли. На этот раз приходится еще больше проводить время вместе. Репетиции в балете увеличили. Артисты занимаются по 3 часа утром и вечером. Готовятся показать 3 психоднактных балетов. Эта задача не из простых, потому как нужно сыграть разнохарактерные роли и выполнить сложные пластические элементы. По ощущениям, немножко страшно, конечно, волнительно после такого большого перерыва. По словам постановщика будущих премьер, артисты пришли на репетиции в достойной форме. Я думаю, что они успеют войти в прекрасную форму. Уже сейчас видно, что да, у многих уже пошел очень хороший прогресс именно и в технике, и в актерском исполнении. Поэтому будем ждать премьеру. Перед юбилейным сезоном в театре начали искать и новые таланты. Набор в балетную труппу уже состоялся. До 10 августа можно подать заявку на прослушивание в хор. Оно состоится в конце лета. Мария Левина, Максим Гусев, «События». Свои двери для посетителей открыл и Самарский зоопарк. Наш корреспондент Анатолий Головко отправился на встречу с экзотическими животными, чтобы узнать, как они перенесли период самоизоляции. Первую неделю после открытия Самарский зоопарк принял огромное количество посетителей. Гостей пускали к животным только по предварительной записи. Сейчас все вернулось на круги своя. Любителям животных можно посещать зоопарк небольшими группами, до 10 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, людям необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. По словам работников зоопарка, животные очень соскучились по гостям, в особенности обезьяны и лев Цезарь. Сейчас, когда в Самаре стоит жаркая погода, питомцам приходится искать укромные места в тени и принимать душ. Рептилиям в такую погоду достаточно комфортно, то есть мы можем вынести их из павильона, где они содержатся обычно, в террариумах, прогуляться на солнышке, получить необходимую дозу ультрафиолета. В зоопарк приходят не только жители города, но и гости из других регионов. Егор приехал в Самару из Оренбурга. Решил отдохнуть от городской суеты и провести время с животными. Конечно, хорошо, что открыли, потому что все мы прекрасно знаем, пандемия сейчас как бы все закрыто. И я считаю, что людям после долгих сидений дома очень полезно, наверное, выйти, пообщаться с животными, посмотреть на них. Во время режима самоизоляции в зоопарке произошло радостное событие. На свет появился осленок. Зоологи объявили конкурс в социальных сетях, чтобы посетители выбрали для него подходящее имя. В итоге малыша назвали Ветерком. Ослик очень активный и не прочь побегать вместе со своей мамой по двору. Она его ограждает от опасности, она говорит ему, что можно, что нельзя на своем языке. А он, как маленький ребенок, шкодит, бегает, безобразничает, ему все интересно, прыгает, бегает. Ну, ослики – это очень милые домашние животные. По словам специалистов, в период самоизоляции в зоопарке родился не только ослик, но и питоны, пони, гуси, утки, куры, гекконы и дальневосточный леопард Амур. Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.
На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи!